Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до цілої години стріму із Романом Світаном. Будемо багато говорити сьогодні про балістику, про аеробалістику, про ракети, про російські повітряні загрози, шахеди в тому числі, тому що направду фактично. Через кожних 3-4 дні, за останній тиждень, росіяни атакують, ну, чи не наймасовіше, територію нашої країни. Нікому, напевно, не варто нагадувати додатково про те, що вчора була надзвичайно потужна атака насамперед столиці, і ворог випустив неймовірно велику кількість кінжалів, аеробалістичних ракет, які маємо ми змогу збивати, і 10 із 10 вчора повітряні сили відзвітувалися, що збили. Отже, про те, чому ворог застосовує, чому все ж таки існує загроза від балістики, навіть якщо її збивають. Про це далі із Романом Світаном, який долучається до нашого ефіру. Пане Романе, мої вітання вам. Привітаю, желаю всім здоров'я. Отже, давайте найперше, чому, на вашу думку, саме зараз росіяни почали так масово, сильно, потужно обстрілювати? Причому в них чітко простежується тактика. Вони другий поспіль обстріл. Спочатку летить велика кількість, десятки шахедів, потім летять крилаті ракети, а потім високоточна зброя. Протирадіолокаційні ракети Х-31 і Х-47. Ракети «Кінжал» аеробалістичні. Це хороша тактика, погана тактика, зручна вона для нас чи ні? От давайте поговоримо про це спочатку, а потім, ну, чому, можливо, ви ще висловите свої думки, чому саме зараз? Новий год. Росіянам треба положити, було щось під ёлочку. На 25-е, на 31-е декабря була спланірована атака. Це вже видно зараз, підтверджується, так сказати. Планирование такого рода атак где-то месяц-полтора длится. Естественно, собирали до больше 200 ракет и еще несколько сотен шахедов. То есть они готовились именно под Новый год. Опять дело не в нас, дело именно в российской этой террористической популяции, которая, ну, требует хлеба и зрелищ. Какой-то хлеб им положили, надо было зрелище под Новый год. 25 декабря у нормальных людей Рождество, 31 Новый год, то есть такие православные праздники, и их христианские праздники, я имею в виду, и их, естественно, россиянам надо было обязательно испаскудить нам для того, чтобы показать на российское общество вот этот поток позитива для них. Так как есть определенные моменты с невозможностью россиян, это уже видно, невозможностью организовать масштабную атаку с привязкой к определенному времени, не назначают дату или даже не назначают, если можно сказать, время. Они не могут собраться. Это такая серьезная операция в одно время, ну, нереально уже россиянам это выполнить, потому они сначала растягивают по времени в ночь или там, допустим, в 10, 7, 8, 10 часов по времени, когда ставят задачу видам и родам войск, допустим, нанести масштабную атаку. Потому она у них как раз вот с такой растяжкой и есть. Пане Романе, а хіба це не, ну, якби не сказати, що це вдосконалена практика? Все-таки раніше росіяни якось так стріляли. То вони пустили 100 шахедів, то вони пустили 120 ракет. І якось це все було так розкидано, легко для виявлення, а зараз навпаки важкі комбіновані пуски, шахеди, крилаті ракети, аеробалістичні ракети. Всі йдуть якимись такими чергами, накатами. Так, між ними є, звісно, такий лаг по часу, десь у 1,5-2 години. Я не знаю, наскільки це достатньо часу для того, щоб в системі ППО, грубо знаєте, кажучи, там перезавантажити ракети і, в принципі, зрозуміти, як протидіяти. Але якось, ну, воно виглядає більш витончено, ніж, наприклад, минулого року. Ну, вони, вроді, як намагаються улучшити, але до серйозного мастерства дуже далеко. Видно, що види і рода військ вместе зібратися не можуть. Одномоментный удар – это филигранность, так сказать, выполнения боевой задачи. В свое время в том же Советском Союзе летный состав выходил на цель в заданное время с разницей в 1,5-2 секунды. Задача такая стояла, вот летчики-истребители и бомбардировщики обучались как раз выходу именно в такой временной лах, а 1,5-2 секунды на скоростях 600-700 км в час. И это выполнялось довольно-таки
успешно. Сейчас россияне не могут выполнить эту задачу, у них растяжка идет до 10 часов. Мы это видим, то есть собраться они не могут и не смогут. Это для них это уже нереально просто. Это все собрать в одно место. Всем же понятно, есть определенная логика, что чем больше в один момент идет летательных аппаратов, тем хуже системе ПВО. Нет времени на перезарядку. Мы, кстати, это знаем прекрасно. У нас наши специалисты уже могут перезаряжать ракеты даже во время работы пусковой установки. Даже такое есть. Наши партнеры сидеют, видя, как это делается, но тем не менее мы это уже можем, потому для нас и даже это уже не проблема. Наши специалисты научились это делать. У россиян вот эта атака, которая планировалась на 25-е, на 31-е, она сдвинулась на несколько дней. Это уже видно с 25-го на 29-е, то есть они смогли как-то собрать всех вместе. В основном проблема с авиацией, то есть та авиационная компонента, те старые дедушки Ту-95, которые используются для сброса основного количества ракет, там у них действительно очень серьезные проблемы, они их все поднять толком не могут. Во второй атаке самолетов было меньше, то есть часть самолетов даже не взлетела. Им пришлось добавлять ракетами, калибрами с моря. Естественно, та атака, которая должна быть 25-го, была 29-го, та, которая планировалась на 31-е. В ночь они ее более-менее собрали, только ко второму числу. Естественно, степень поражения, если сравнить с прошлогодними, допустим, атаками, ну, на порядок меньше. То есть они даже не могут толком собрать достаточное количество ракет. Ну, естественно, у нас ПВО работает довольно-таки неплохо. То есть в 3-4 раза плотность ПВО увеличилась, зенитно-ракетные комплексы рассредоточены правильно, грамотно. Понятно, 100% сбивать точно не будем. Не сможем, ни одна система в мире не сбивает 100%. Ну, 75-85% в принципе, это нормальный показатель. Ну, естественно, баллистика, то есть аэробаллистика, вернее, работа Патриота по кинжалам себя очень хорошо, то есть эту работу все прекрасно видели, то есть Патриот себя еще раз очень хорошо показал против этой компоненты. Но надо понимать, у нас Патриотов для того, чтобы прикрыть страну, надо штук 50. Слишком большая территория, потому от баллистики прикрываем сначала основные города, там, где плотность население максимально, а дальше уже по мере захода Патриота они будут распределяться на другие направления. Пане Романе, от якраз ви влучно сказали про те, що не все можна прикрити Патріотом, але за останні дні з'являється якраз ну дуже багато нарікань, запитань, крику відчаю від харків'ян, тому що Харків направду розбирає зараз останніми місяцями ну просто на молекули, особливо обстрілюючи балістикою С-300, С-400 ракетами, яких дуже багато у росіян. Раніше так те саме стосувалося Одеси, коли там і не тільки шахеди, але і летіли не балістичні, але такі ну складні для виявлення ракети «Онікс» протикорабельні. І той самий так само було скарги. І це можна цілком зрозуміти. Я маю спілкування з багатьма харків'янами, вони кажуть, ну чому? Чому Київ прикритий, а чому Харків не прикритий? Зрозуміло, що тут якби першим поясненням є наближеність до кордону, там від Харкова до російського кордону 40 кілометрів, від того ж Києва 200 кілометрів, плюс, 200 плюс кілометрів. Ну, тобто є різниця, але й самих Патріотів, я так розумію, якщо він потрапить до Харкова, то це майже 100% буде означати ураження. І однозначно 1000% ціль для російської армії, щоб його шукати і щоб його знищити. Якщо так, то як можливо, як можна прикрити Харків? І зрештою, це запитання так само із чату нашої трансляції на YouTube. Майстер-механік Сергій, от він пише так, до вас запитання. Прокоментуйте, будь ласка, роботу ворожої авіації, в тому числі на півночі Харківської області. Він пише, що там немає нашої ППО, що скидають, в тому числі і ФАБ з низьких висот, і ось ці ракети прилітають. Комплексно, як захистити Харків? Харьков можно прикрыть, только перенеся линию фронта на восток километров на 100-150. Либо контролируя эту территорию с помощью дальних средств поражения. То есть только так. Варианта другого абсолютно нет. Харьков же не перенесем на правый берег Днепра. То есть вариант только один.
Причем надо уже давно уже надо принимать это решение именно о зачистке 150-200-километровой зоны в районе Харькова. Тогда харьковчане смогут выдохнуть, так сказать. Вот после того, как будем контролировать российскую территорию на глубину 150-200 километров, после этого можно будет уже в Харькове располагать определенную систему ПВО, до которой не доберутся россияне. Это комплексный подход. Нельзя выставить «Патриот», допустим, в районе Харькова. Его действительно уничтожат сразу. Малыми средствами поражения, с малым радиусом, но с большим количеством. В конце концов, соберут все С-300 в одно место, там их около 5000 ракет, и забросают Харьков, сначала ища этот «Патриот». То есть они как раз, для них это будет в этом смысле подарок, а «Патриот» не прикроет Харьков в таком режиме. Потому оптимально это то, что вот сейчас наконец-то начали делать, заканчивается второй год войны, начали работать по местам пуска. Это самый оптимальный вариант на данный момент. То есть работать по местам пуска С-300, потому что основная проблема для Харькова — это именно С-300. У них дальность пуска чуть больше 100 километров, то есть по большому счету найти их, достать их дальними средствами поражения можно. А в чому зараз проявляється ця робота, пане Романе? Я просто не зрозумів. Це те, що вчора, наприклад, в Білгороді було? А дело в том, что такое Белгород? Они запускают С-300, вот если карту посмотреть, вот с севера на юг, Белгород, Харьков, а с севера Белгорода расположен аэродром, с которого они запускают С-300. Они прикрываются Белгородом. Они с севера на юг запускают С-300, 40 секунд летит эта ракета до Харькова, естественно, пересекает Белгород с севера на юг. А вот обратно наше почему-то военно-политическое руководство боялось работать по этому аэродрому. Не знаю, по какой причине. Надо было работать сразу еще 2 года назад. Работать точками У, мы туда достанем там 70 километров. Точки У, те же смерчи, та же Ольха. Смерчей надо насобирать конкретно по миру, они еще есть, скупить эти ракеты или запустить их. 70-километровый смерч, можно выжечь этот аэродром. И в любом месте, где будет появляться С-300, которая сможет работать по Харькову, его надо тут же отминусовывать. У нас есть там реально эта возможность. Так вот, лучше прикрывать и двигаться с пусковыми установками «Смерч» или «Альха». Это одна и та же пусковая установка. Это те же 12 труб, которые используются для запуска «Альхи». Просто «Альха» — это управляемая ракета, а ракеты «Смерч» — это «Нурсы», неуправляемые реактивные снаряды. Но они площадь накрывают довольно-таки неплохо. Причем с Белгородом, за Белгород надо забыть. Сейчас мирные граждане Белгорода прекрасно понимают, что их используют в качестве прикрытия. Они находятся в перекрестном огне, они должны оттуда выехать, можно предупредить, если это надо. Хотя, что их предупреждать, они так это понимают, сейчас выезжают из Белгорода. С Белгорода примерно в ближайшее время будет такой себе Бахмут или Марьинка. Причем вариантов других абсолютно нет, потому что Харьков нельзя допускать, чтобы на Харьков летели ракеты. То есть однозначно нужно уничтожать эти пусковые. Естественно, они все будут, будут идти в основном как раз на север Белгорода. Часть будет сбиваться, падать на сам город. Потому однозначно белгородчанам надо выезжать из Белгорода полностью. В ноль, никого там не должно быть, потому что Белгорода, поставьте на этом городе крест, его просто не будет в ближайшее время, потому что россияне не оставят, так сказать, этого кошмаривания Харькова, а нам надо его прикрывать, уже не обращая внимания на какие-то российские города, на которые будут падать, по большому счету, сбитые наши ракеты, сбитые ПВО противника, это же они сами к этому приводят. Здесь надо это понимать и белгородчанам спасать свои жизни. Уезжать сразу лучше за Урал. Это оптимальный вариант, чтобы 2 раза еще не переезжать. Сразу за Урал, потому что реально в ближайшие там 1,5-2 года у нас будет задача доставать до уральских военных заводов. От Уралвагонзавода и весь спектр. Это около 2000 километров, я думаю, дальние средства поражения у нас будут до такой дальности. По крайней мере, заявленные они уже есть. Пане Романе, однак я розумію, що от вибухи, які були вчора в Білгороді, події, які відбувалися 1 січня,
Чи можливо виправте мене, чи 31 грудня, я вже заплутався в датах. Ну, одним словом, тоді, коли було 11 жертв у Білгороді, це якраз і показує те, що Україна активно почала атакувати ці місця пусків, ну, а росіяни, відповідно, активно збивати, хоча, зрештою, ці наслідки активно збивання, збиття ми теж бачимо. Учора від Тору ракета впала буквально таки російського Тору, впала ракета буквально в квартиру там білгородчан. Крім цього, падали ракети зенітні. Я не знаю, наскільки це насправді можливо, тому що вони, по ідеї, мали би самоліквідовуватися, але тим не менше. Одним словом, зараз серйозна війна почнеться у Білгороді, тому що, вочевидь, Україна почала відповідати і не буде цього терпіти. Правильно? От ви бачите цю роботу? Да, так я об этом же как раз и говорю. Это надо было полтора-два года назад начинать. С этого надо было начинать, а не тянуть два года, чтобы половина Харькова раскатали С-300-ми. Мы потеряли тысячи человек, харьковчан, жизни. И вот для того, чтобы только в конце второго года дошло до наших генералов или наших военно-политического руководства о том, что надо однозначно зачищать места пуска. Неважно, чем они прикрываются, это их проблемы. Это проблемы российского военно-политического руководства. Они должны выселить, раз принимают решение располагать за Белгородом точки пуска, прекрасно военные понимают, что будут эти точки уничтожаться, значит, они, так сказать, уверенно понимают, что подставляют Белгород, то есть прикрываются белгородчанами. Это то, что Путин говорил еще с 2014 года. Вы вспомните, когда он говорит, что будут двигаться женщины с детьми, а за их спинами будут стоять российские войска. Вот они примерно то же самое сейчас делают, то есть запускают ракеты по Харькову, прикрываясь Белгородом, естественно, вызывая определенный огонь. Мы будем бить, это надо уже понимать, потому что слишком много людей потеряли, слишком много. Десятки тысяч, сотни тысяч украинцев убиты россиянами, потому сейчас никто уже не будет смотреть на все эти прикрытия, и мир это уже понимает прекрасно, что Путин использует свой российский народ как раз как прикрытие. Белгород — это примерно тот же Рязанский Сахар, Белгородский Сахар. На этот Белгород уже сколько падало и ракет, и авиабомбы взрывались, то есть они выходят специально на курс над Белгородом, сбрасывают корректируемые авиабомбы на Харьков, эти авиабомбы некоторые не раскрываются, падают на сам Белгород. Мы видели эти поток этой информации. Потому, еще раз повторюсь, Белгорода не будет. Не будет его примерно так же, как сейчас стер с лица земли Маринка и Бахмут. Вот и то, что они сейчас делают с той же Авдеевкой. Только по Белгороду как раз будут работать именно россияне, потому что наши средства поражения будут идти за Белгород, россияне будут это все сбивать торами, панцирями, то есть они будут пытаться это все сбить, и все это будет падать именно на Белгород. Потому, еще раз повторюсь, я не знаю, было уведомление или нет, но белгородчанам в этом смысле лучше выехать, механизмов прикрыться от ракет в одну и в другую сторону нет абсолютно никаких. Там есть очень много украинцев, этнических украинцев в Белгороде, им лучше выехать, неважно куда, просто покинуть это место. Друзі, пишіть свої запитання. Я нагадую, що ви маєте таку опцію в чаті до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтеся відтак на Радіо НВ. Далі заходьте безпосередньо на сам стрім, на саму відеотрансляцію і пишіть у коментарях свої запитання. Крім цього, попрошу вас принагідно пролайкати нашу трансляцію для того, щоб згодом її у записі змогла побачити більша кількість людей. Ну, а власне, ваш весь перелік активностей, як коментарі, як лайки, як підписки, як спонсорство, вони допомагають розганяти цей матеріал серед більшої кількості аудиторії, а це важливо для нашої роботи. Ну і мені здається, що щось та й важливе ми проговорюємо, якщо зараз вже, наприклад, 3000 людей в онлайні слухають і дивляться нас. Нагадую, що ми спілкуємося із Романом Світаном. Є запитання, пане Романе, від глядача Handmade. Він пише: чи може наша винищувальна авіація збивати бортовими кулеметами шахеди? Чи робиться це? Якщо ні, то чому? Тому що шахедів зараз росіяни все збільшують. Однак навіть 1 січня було 90 шахедів пущено по території нашої держави. 87 з них збили. В основному, як зазначають повітряні сили, працюють так звані мобільні вогневі групи. Що це таке? Це така група, яка виїздить в певну точку роботи і за допомогою кулеметів, за допомогою
допомогою планшетів, на яких вони бачать курси, висоти польоту цих шахедів, за допомогою прожекторів, тепловізорів і іншого спорядження, яке їм необхідне, і про яке ми говорили півроку, і хвала небесам, що місцеві влади в тому числі це почули і зрозуміли, наскільки це важливо для них. Зараз активно працюють мобільні вогневі групи. Але от чи можуть, наприклад, ще і як застосовувати авіацію? Я знаю точно, що вона використовується, не знаю, правда, тактик. І наш глядач, власне, запитує вас це. Ну, пулемета у нас на авиации нет, пушки стоят, автоматическая пушка снарядами стреляет, довольно-таки неплохие пушки, но все-таки заряд и определенный боезапас, он ограничен. А вот как раз по шахидам лучше работать пулеметами с неограниченным боезапасом. По крайней мере, ленты пулеметные можно подвести, на земле намного все это просто, проще, чем перезарядить пушку истребителя. Да, возможно работать по шахедам. Мы работаем по шахедам, просто очень сложно их выявлять нашими старыми самолетами. Во-первых, они идут на предельно малых высотах, значит, летчик должен либо увидеть визуально сам шахед, либо увидеть, попытаться увидеть бортовым локатором, который очень плохо видит на фоне земли. Нет таких систем, которые, допустим, как-то могли бы определенные сигналы от земли, которые идут, ну, то есть как-то зачистить помехи. Помехи очень большие от земли, здесь надо специальные локаторы. Старые советские не вытягивают этот процесс. То есть подавления шумов практически нет, и на локаторе, шахет на локаторе практически не виден. То есть если виден, то с определенными пропаданиями очень сложно по локатору определить. Потому визуальный контроль выводит летчика на шахет офицер боевого управления, который, опять же, пытается его увидеть на локаторе, на локаторе зенитно-ракетного комплекса или систем обнаружения, выводит летчика до визуального контроля. Это еще возможно как-то днем, допустим, но в ночное время очень сложно увидеть шахет летчику, ну, в таком смысле визуально. Значит, пытаются по локатором его нащупать тоже очень сложно. И даже после определенного контакта визуального или радиолокационного, из-за разности скоростей у шахеда скорость 150, ну средняя 150-200, а самолет на скорости уже меньше 300 километров, а некоторые и на 400 просто падает, срывается, он не держится в воздухе. Это нужно выпускать определенные механизацию крыла для того, чтобы на малых скоростях выровняться. Но это очень сложно и опасно, особенно у земли, рядом с землей. То есть тогда летчики просто на определенных скоростях 400-600 выходят на атаку и несколько заходов, бывает 5-6-7 заходов, пытаются уничтожить этот шахет. То есть возможность есть, да, но довольно-таки сложно. Это если пушкой. Есть вариант захвата, допустим, ракеты с тепловыми головками, самонаведение. Это тоже есть возможность такая. Но, опять же, на фоне земли довольно-таки сложно. То есть сам по себе процесс сложен. Вот это просто делать на F-16. Там довольно-таки серьезные локаторы стоят. Они отсекают помехи от земли. В принципе, даже на фоне земли шахет вычленят и передадут целеуказания тепловым головкам самонаведения ракет ближнего радиуса действия. То есть это можно делать, то есть сбивать их можно даже с помощью ракет, не говоря уже о пушке. Но пушка очень быстро разряжается. То есть несколько заходов и все, боекомплекта нет, а в воздухе ты его не перезарядишь. Потому сама по себе платформа, если считать самолет как платформа, летающая пушка, очень быстро заканчивается. И боезапас в пушке, ну, естественно, количество ракет, 9 точек подвески. Допустим, тоже F-16, и даже он максимум 9 ракет может выпустить и отстреляться пушкой, все. То есть у нас оптимальный вариант по шахедам работать именно мобильными группами. Это и оптимально со всех сторон, начиная от цены в очереди и заканчивая определенным КПД, коэффициентом полезного действия.
Пане Романе, я ще би хотів от з вами проговорити якраз в цій авіаційній тематиці, ракетно-авіаційній навіть тематиці, розуміння, тому що от ми вже 2 роки в великій війні, і все рівно я от відчуваю, що люди по-різному, в силу навіть накрученості емоційної, тому що це складно не поспати ніч, сидячи в укритті холодному, коли по тобі гатять, зрозуміло, це набагато легше, ніж на передовій, і тоді ти починаєш, ну, якось так неправильно, чи то що, розставляти акценти, розуміти, що відбувається, як відбувається. От кажуть, наприклад, я зараз зрозумію, до чого я веду. Кажуть, влада, там, повітряні сили, кажуть, уламками було пошкоджено те-то і те-то. Люди кажуть, та зачекайте, ну які це уламки, якщо там ледь не ціла ракета летіла і влупила в будинок, що ви нас обманюєте? З іншого боку, навпаки, буває справді там падіння якоїсь ракети і кажуть, ну а як це так сталося, що ракета падає і, наприклад, не вибухає? Або куди взагалі приземляються зенітні ракети, які відпрацювали, були пущені по цілі, але не вразили ціль, вони ж кудись мають приземлятися. Одним словом, ось це таке уламкове питання для загальної обізнаності нашої, людей, які ну, не зв'язані, не вивчали цю військову справу. От поясніть, куди діваються ракети, знову ж таки, те, що я сказав, наскільки небезпечні уламки, особливо у випадку, я так розумію, балістичних ракет, так чи інакше уламки стають небезпечними, пане Романе, правильно? Да, два типа ракет, по большому счету. И шахеды можно ко второму типу ракет относить. Это аэроцель и баллистик. Два типа цели. Баллистическая и аэро. Аэроцель, она держится на плоскостях, висит, стоит на крыле, висит в воздухе, то есть как самолет. Самолетного плана. Это и крылатые. Тобто летить, так би мовити, горизонтально, правильно? Ну, пусть, да, они по-разному могут лететь, но примерно, да. То есть она держится за воздух, за счет определенных физических, аэродинамических законов. И есть баллистическая цель, это баллистические ракеты, которые сначала уходят, ну, грубо, в космос, а потом сверху оттуда заходят на цель уже вертикально, практически вертикально из космоса, ну, из космоса, понятно, имеется в виду сверху, с десятков километров идет заход, некоторые ракеты уходят на 40 километров вверх, и дальше заходят на цель вертикально, та же, допустим, тот же кинжал до 20 километров может подниматься и дальше вертикально работать в зависимости от задачи и от той баллистической траектории, которая в него забита. Вот два типа целей. По баллистическим ракетам, когда есть две точки, где можно сбить баллистическую ракету. Это восходящая траектория и нисходящая траектория. Восходящая — это когда он уходит в космос, это после старта, это практически рядом с точкой пуска. Нисходящая. Ну да, это треба десь на территории Российской Федерации, можно кажучи, их сбивать. Ну, конечно, да. То есть там, где она есть. Нисходящая траектория — это там, куда уже ракета заходит на цель. У нас нет механизмов, которые на восходящей траектории может снимать. Это ТАДы могут уничтожать там сотни километров. Это ХЕЦ-3 или там РО-3, это одно и то же. Это израильско-американская система, которая может на восходящей траектории, понимая, где ракета стартует, ее перехватить. Ну, естественно, мы перехватываем только на нисходящей, когда сверху уже практически над целью падает баллистическая ракета. Она разгоняется там до 10 махов, может разгоняться в районе стратосферы. Но обратно, когда заходит на цель, она тормозится за счет плотности атмосферы. То есть до 3 махов где-то тормозится. Любая баллистическая ракета, она больше просто не может за счет плотности. 3 маха — это приблизно в километрах скільки? Ну, это скорость звука, это за 300 метров в секунду, то есть около 1000 километров в час, пусть будет так. Около 1000 километров в час – это район звукового барьера. Все зависит от… Нет определенной точности скорости звука, нет. Она, скорость звука зависит от плотности воздуха, то есть у Земли это быстрее, на высоте это медленнее движется, значит, скорость сама по себе больше получается. То есть если не в махах, то в километрах в час может разгоняться там грубо за 10 тысяч километров в час. Это в районе стратосферы. Там практически сопротивления нет никакого. А вот когда она начинает падать оттуда вниз, ее начинает тормозить атмосфера сама по себе. Где-то уже с 10-12 километров по высоте плотность увеличивается. А реально около 5-7 километров там
серьезная плотность, естественно, останавливает любое такого рода тело, останавливает любую скорость до скорости 3 с чем-то маха, не более того. То есть это в районе 3-3,5 тысяч километров в час. И вот наши противоракеты, допустим, Patriot, это контактная ракета, так называемый кинетический удар. Это ракета, которая идет в точку встречи, то есть понимая, куда рассчитывается траектория падения баллистической ракеты, рассчитывает эта система автоматически и отправляет противоракету, в принципе, болванку. Отправляет болванку на удар в точку встречи, которую вычислили. Скорость примерно такая же встречная, там больше 3 махов, тоже больше 3-4 тысяч километров в час. Вот они, эти две ракеты, встречаются в вычисленной системой Patriot точки по обоим траекториям. Удар идет кинетически, то есть просто болванка бьет в головку, в переднюю полусферу ракеты и сбивает, либо сбивает ее с курса, либо разрушает до определенного момента, либо вызывает, допустим, детонацию боевой части. Это тоже может быть. Так вот, в зависимости от того, что происходит, либо сбили с курса, но ракета дальше может упасть примерно рядом с целью. Либо она взорвалась, сама ракета, допустим, в воздухе сдетонировала. Но опять же, все обломки вместе, и сам, допустим, сама баллистическая ракета, и противоракета, это все падает вниз на Землю. Вариантов других просто нет. Другой вариант — это на восходящей траектории ее уничтожать. У нас просто нечем. Пане Романе, я уточню. От, тобто ви сказали, що, в принципі, я так розумію, це працює і з балістичними цілями, і з крилатими цілями, або, ну... Здесь дві різні... Я маю на увазі саме факт того, що ракету не завжди можна збити так, що вона, наприклад, вибухне у повітрі. Можна її збити з курсу, і ракета начебто з бойовою частиною, начебто вже, ну, вона не виконує свої задачі враження цілі, але вона може з відхиленням вліво, вправо, але все ще маючи, наприклад, бойову частину, вибухнути деінде, так? Они это так и делают, так и происходит. То есть ракету сбивают с цели, вот противоракета. Если она в воздухе не взорвалась, она падает уже и взрывается на земле. Она может взорваться, может нет. Все зависит от системы подрыва. То есть она может тоже не сработать, зарыться там на 5-7 метров, допустим, и дальше сидеть, ждать, пока ее оттуда вытащат или там ее подорвут. И она может взорваться из-за контакта, ну, то есть если контактный взрыватель, либо радиовзрыватель или лазерный, в зависимости от того, какой взрыватель на баллистической ракете, она взрывается либо в воздухе, либо от контакта с Землей. Это баллистическая ракета. Та же самая система подрыва, такая же самая и у ракет крылатых, то есть любого уровня. Ее можно также сбить с курса. Опять, не контакт, все аэроцели с крылышками ракеты, которые с крыльями висят в воздухе, горизонтально идут, пусть будет так. Их также противоракета, но здесь уже не контактный удар, здесь уже идет подрыв, в основном радиоподрыв, либо перед ракетой в переднюю полусферу, либо в заднюю полусферу, либо в бок, в зависимости от захода противоракеты и создания определенного пояса осколков, в который влетает уже ракета, которую надо сбить, или тот же шахет. А и вот в зависимости от удара, это облако, опять же, ракета может просто сбиться с курса, то есть будет посечена и не сможет выполнять задачу. Но тогда она упадет на поверхность и может подорваться, может не подорваться, в зависимости от взрывателя. Если ракета в воздухе подорвется, ну то есть сработает взрыватель или сдетонирует от определенного воздействия противоракеты, то тогда осколки вместе с топливом, это может иногда еще страшнее, особенно ракета Х-101, вот ее заливает авиационным керосином на 5,5 тысяч километров, она всего проходит 1000 километров, вот у нее еще на 4,5 тысячи километров топлива в самой ракете. И если топливо либо зажглось в воздухе, либо после удара, уже после детонации подожглось, само топливо может создать большую проблему. Потому у нас нет, так сказать, пушек или ракет с определенной антиматерией. То есть аннигиляционные процессы до распада на фотоны, такие, по крайней мере, на данный момент это пока еще фантастика. Потому все, что летит с воздуха, оно однозначно упадет на Землю в зависимости от того,
в каком смысле оно подорвется в воздухе или на земле. А противоракеты, которые выпускаются, они, у них есть определенное время на самоуничтожение. Время срабатывания на самоуничтожение. Если ракета упала на Землю до этого времени, то она тоже такая серьезная проблема. Серьезная проблема, так как противоракета, да, даже С-300, она может нанести на Земле серьезный ущерб. Она может и не подорваться, а может и взорваться. То есть самоподрыв, то что такое уничтожение ракеты, то есть самоуничтожение, такой же подрыв, по большому счету, боевой части, только не штатный, так называемый, прогнозируемый по дальности, по времени. И это тоже облако этих осколков падает на Землю, оно же, опять же, не аннигилирует, не превращается в фотоны. То есть здесь эти системы довольно-таки опасны. Пока они стоят в пределах города. Понятно, если их выносить за пределы города, но тогда их должно быть раза в 4 больше. То есть, допустим, если системы стоят в центре Киева, они держат периметр Киева, ну, допустим, их надо 10 для того, чтобы удержать периметр. Но все будет сбиваться над Киевом, и все будет падать, по большому счету, на город. Если надо вынести за город эти системы, тогда их надо ставить север, юг, запад, восток. Сейчас естественно, утрирую этот вопрос. Но как минимум 4 системы надо, то есть увеличить 4 раза для того, чтобы периметр перекрыть. Тогда эти системы будут работать на внешний периметр от Киева, будет все падать там, допустим, на поля или на те села, которые идут по направлению. Потому пока у нас не будет достаточного количества ПВО, оптимальный вариант, так как сейчас, прикрывать город. Потому что лучше попытаться подорвать ракету в воздухе, попытаться хотя бы ее подорвать в воздухе, это намного меньшее зло, чем она зайдет на цель и выполнит боевую задачу. 100%. Зрозуміло. Дякую вам, пане Романе. Я зараз хочу так суттєво змінити фокус нашої розмови. Ми, сподіваюся, на що вистачить часу, аби поговорити про ситуацію на фронті, на деяких ділянках його. Але сьогодні буквально так з'явилася новина про те, що головного ката донецької ізоляції – це тюрми, де просто, направду, катували людей. От Дениса Куликовського, або його називають Палич, його засудили на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На жаль, у вашій біографії, пане Романе, була така сторінка, ну, була, чому була? Є така сторінка, як перебування в полоні ось цих всіх нелюдів, і в тому числі в ізоляції. Що ви пам'ятаєте? Чи пересікалися ваші дороги із саме з цим Куликовським, якого засудили? В изоляцию я попал 24 июня 2014 года. Выследили менты донецкие, сдали грушникам. Это ГРУ ГШ 58-й армии, они еще себя обозначали. Так как пытали, да, долго пытались привязать меня к одесским определенным событиям. Стояла задача, скорее всего, от Путина, раз Бородай занимался, значит, это такая серьезная задача, им надо было найти кого-то, кто как-то мог бы быть привязан, связан с одесскими событиями. Но я был в Донецке в это время, естественно, много кто видел. Пытали долго. Изоляция — это такая основная пыточная Донбасса. Основная пыточная, и вот их там было много. Дело в том, что начиная от групп грушных, групп российских, заканчивая местными ментами. В основном это донецкие менты, которые и СБУшники, которые предали Украину и переметнулись на российскую в российскую территорию. То есть там больше 10 тысяч донецких ментов переобулось в прыжке в российскую фуражку, и несколько сотен или тысяч СБУшников также перешли в МГБ ДНР, так называемый. Вот изоляция у них была такой основным методом добычи информации, пыток, ну и дальше прессинга местного населения. Их было много, их было несколько десятков человек. Я их узнаю только по их заявлениям. Одного единственного человека я видел в лицо, это когда с меня сняли мешок с головы, и этот человек был сам без балаклавы на голове, это Бородай. Бородай — это российский ФСБшник, сейчас он один из
членов Госдумы, то есть сенатор, или как они там у них называются. А тогда они нарисовались с грушниками, он зашел с Гругыша и объявил себя тогда премьер-министром ДНР. При нем, кстати, как раз был сбит MH17, этот самолет. И вот Бородай был и присутствовал при пытках, сам Бородай со всем грушной этой ихней темой, но видел я только его. А этих всех остальных я узнаю по их уже действиям. И Палыча, естественно, он там был как кум, так называемый, его там так называли. Ну, кум — это на зоне начальник тюрьмы, то есть есть там свой сленг определенный. Были там грушники, вот сейчас Осечкин носится с одним дятлом, который с Бородаем был начальником его охраны. Бородай без охраны никуда не двигался. Как раз грушник, это те грушники, которые были, потому я их узнаю по их же действиям. Евич — это тот палач, доктор, так называемый, Менгеле, который меня пытал, потом написал книгу об этом, это тоже узнал. Ну вот узнаю пока так. А реально видел, конечно, только Бородая, так как все время был либо я был, голова была одета в мешок, либо те, кто рядом были, россияне эти, они были в балаклавах, то есть побаивались этот вопрос. Потому изоляция до сих пор работает в таком режиме. Толку от каких-то заведений этих уголовных дел нет абсолютно никаких. В 2014-2015 году Малгожата Гасевска, это маршалок польского сейма, она участвовала в сборе информации по этой изоляции. У нас около 60 узников этой изоляции. В определенный доклад Малгожата Гасевка с этим докладом наши показания она провезла по всем тогда, по всем практически парламентам Европы и сдала в Международный уголовный суд. Так вот, 10 лет никакого движения МУС абсолютно по этому не сделал, потому все эти суды і все остальное, це все лишнє. Ні, ну але зараз, бачите, є вже вирок 15 років в Україні для Кулаковського, для цього Палича. І смисл, він вийде через кілька років, а він стільки запитав людей до смерті, причому там доволі такі серйозні були, заканчували пытки серйозними вещами, взривали на противотанкових мінах, розстрілювали на... Там есть одно рядом с изоляцией кладбище, и вот на этом кладбище расстрелы проводились. То есть потому, естественно, у нас, я так понимаю, больше 15 лет пока не, вообще непонятно, они не должны жить. То есть это террористы. Я не понимаю, зачем их вообще судить, зачем что-то доказывать. Это террористическая организация, российская террористическая организация, там Министерство обороны или Российская Федерация, как угодно. Их около полумиллиона этих террористов. Террористы должны быть уничтожены. Судить их, вот представьте, полмиллиона россиян или этих террористов судить. Это сколько, 5 миллионов лет надо для этого? Ну это все бред сивой кобылы, потому непонятно, для чего это все надо, все эти судебные дела. А это уже не нужно, потому что они уже себя заморали сотнями тысяч убитых смертей и запытанных, и расстрелянных, уничтоженных украинцев их руками. За смысл им еще какие-то сроки? Он не должен жить, его нельзя оставлять жить. Это, кстати, не наказание ни в коем случае. То есть это определенный механизм нашей безопасности. Если мы хотя бы одного оставим в живых, они же потом опять размножатся и опять вернутся. Потому все эти, так сказать, правовые действия, они абсолютно не нужны на данном этапе. Это террористы, их надо просто признать террористами и запустить механизм ликвидации как угрозу национальной целостности и жизни украинцев. Вариантов других я не вижу абсолютно. Ну, чесно кажучи, складно уявити собі це якось юридично оформлено, те, от що ви говорите. Хоча, звісно, що вочевидь багато речей мали би бути змінені, принаймні продискутовані, як дивитися на ту ж саму державну зраду, які, ну, я не закликаю, звісно, до такого крайньої форми насилля, але і зрозуміло, я ніколи не був в таких обставинах і умовах, яких ви перебували, пане Романе.
Нет, здесь два подхода, неправильный подход. Вопрос не в том, чтобы какое-то наказание не понесли. Нет, это не из-за наказания. Наказание, да, оно должно быть через правоохранительную систему. Здесь другой подход. Это наша безопасность. Это безопасность наших жизней, дальнейшей нашей жизни. Потому что если хотя бы один из этих террористов останется в живых, это может все повториться. Так вот, повторение изоляции не должно быть. А чтобы оно не было, 15 лет кого-то закрыть, ну, он выйдет через 10 лет, у него же с 21 года, там год за два идет, то есть ему скостят лет через 10, выйдет это чудо, и, значит, сможет, вот представьте, мы будем с ним вместе по Донецку гулять. А чем это закончится, в конце концов? Ну, то есть это как раз наша правоохранительная система создает, так сказать, запуская этих людей через правоохранительные, они больше их прикрывают от определенного истребления. Почему? Потому что по-другому, если мы их не истребим, мы жить спокойно на нашей земле не сможем. А получается, наша правоохранительная система их отмазывает от этих действий, то есть оставляет их в живых, оставляет их здесь, на нашей территории, снимает с них все и вся, а по большому счету делает уже преступниками нас, тех, которые понимают, какая это проблема. То есть мы их однозначно уничтожим. Ну, потому что мы не сможем жить для того, чтобы обезопасить свою жизнь, жизнь своих детей, внуков и так далее и тому подобное. Мне надо уничтожить этого человека, и не только этого. Всех, кто был. Не мне, не только мне. То есть всем, кто в этот переплет попал, да любому, в принципе, украинцу, они должны быть уничтожены, а не осуждены. Это не наказание, это наша безопасность. И пока это не поймет наша правоохранительная система, которая, по большому счету, им же тогда делать нечего будет. То есть они сейчас ищут какую-то для себя работу, для того, чтобы остаться на плаву и понимать какую-то свою значимость. Абсолютно она не работает. Правоохранительная система ни наша украинская, ни международная абсолютно не работает. Почему 60 вот таких, как я, дел лежат в Международном уголовном суде, лежат уже пыли там на два пальца сверху накидалось. Смысл тогда всей этого действия? Значит, мы сами должны обезопасить свою жизнь, уничтожить этих людей. Вернее, не людей, это ж не люди, это террористы. Они должны быть уничтожены. Причем механизм есть, и даже правовой в том числе. Надо признать всех участников этих событий за последнее время, всех участников с той стороны, с российской стороны, террористами, и дальше запустить маховик утилизации. У нас есть несколько спецслужб, для которых, по большому счету, такого рода работа, ну, где-то на 10-15 лет, не более того. То есть они за 10-15 лет управятся с утилизацией этого биомусора, причем в чистом виде. Это террорист, это биомусор, это существа, человекоподобные существа, которые не должны находиться среди людей. То есть это как бешеные собаки. Их надо отстрелить и решить этот вопрос. Иначе мы тогда станем преступниками через определенное время, когда мы будем их уничтожать. Мы же жить с ними не будем на одной территории, на одной земле. Просто не получится. Иначе мы не будем спать спокойно, либо и у них будет проблема. Потому не знаю, для чего нужна вообще наша правоохранительная система по этой теме. И она не должна быть в правоохранительной срезе, в правоохранительном срезе вопрос по террористам. Иначе будет очень большая проблема, поверьте, будет страшная проблема уже потом, когда люди, которые пострадали, опять же, этой же правоохранительной системой, будут признаны уголовниками, когда начнут они уничтожать вот этих вот осужденных и не расстрелянных или не уничтоженных террористов. Знаєте, я от навіть ваші слова, вони, можливо, не підпадають під загальне таке канву, не знаю, як це сказати, ну, даруйте, скажу так, цивілізованого розуміння того, що має відбуватися, але, як не дивно, я вас розумію. От те, що ви говорите, я це можу зрозуміти, і в тому, направду, є певне раціональне зерно, і зараз закладається, от за вашими словами, як така бомба заповільної дії, хоча звісно, юридичні інструменти
для всього мають бути знайдені. Хоча загалом то юридична архітектура світу не працює, коли сьогодні ООН закликає раптом. От раптом, коли на Росію почали летіти дрони, і їхні ракети почали збивати так дрони, що ці ракети приземляються в будинках росіян, ООН раптом звернула увагу на те, що а це ж ескалація агресії. А коли приземляється 90 шахедів, коли летять сотні ракет, коли вкупі півтори сотні ракет і шахедів летять по Україні, то цього ніхто не закликає робити. І нічого, ніяких механізмів немає. А тут от від подвійної ескалації з боку України, з боку Росії, всі почали закликати. Тому воно так трішечки по-блюзнірськи виглядає. Пане Романе, на сам кінець, одна тема, яка реально бентежить, полягає у тому, що справді росіяни, схоже, що трішечки почали стишувати темпи боїв на фронті. Це і по Авдіївці помітно, і навіть по Мар'їнці вдалося стабілізувати ситуацію. По Куп'янську там вони відгребли добряче. На Бахмуті поступове, незначне, без прорив, але є просування, це не виглядає критичним. Утім, зараз суттєво загострюється ситуація на Токмацькому напрямку. В тій кишенці, яку наші збройні сили відвоювали великою кров'ю, насправді, заволоділи нею у ході літньо-осінньої кампанії, зараз росіяни дуже і дуже активно там починають просування. І, ну, на жаль, не найприємніші прогнози існують щодо цього напрямку. Ваш який прогноз, ваше яке розуміння того, що там відбувається, на завершали наши 4 хвилини розмови. Любое вклинение с любой стороны, оно опасно дальнейшим противодействием, особенно ударом из флангов. Перепрошу, пане Романе, колеги підказують, 2 хвилини маємо, я перепрошую. Да, я вложусь. Мы также срезали вклинение российское в Великую Новоселку, в Ременский выступ, так называемый. Это же тоже вклинение в нашу оборону. С фланговыми ударами мы выровняли фронт, срезали его, и сейчас находимся в лучшей позиции. Россияне то же самое будут делать с нашим вклинением, если оно не привело к определенному обрушению фронта и дальнейшему движению. Мы это прекрасно понимаем. Единственное, что плюс у нас здесь есть, очень дальнее плечо поставки военной амуниции именно в район Токмака для россиян. 500 километров от Ростова, 400 километров от Тамани. По одному или по другому маршруту дальнее движение, и потому у них есть несколько механизмов, допустим, как-то надавить. Мы выдержим это давление и потом вернемся обратно к выполнению боевой задачи. Естественно, никто там никуда отходить не будет. Сейчас лучшие позиции займем, где-то, может быть, в километра 2 подвигаемся на этом самом вклинении, но не более того. На Вербовом сейчас надо там несколько высот взять, это мы будем наступать. Сейчас движение там есть, такая положительная динамика по высотам. Пока зимний период, там широкомасштабно никаких действий не будет, и пока не появятся самолеты, тоже выполнять какие-то действия нет никакого смысла, потому будем удерживать этот карман, если так его называть, вклинение наше в российскую оборону. После появления авиации будем дальше двигаться в сторону Токмака. Варіантів там других нет. Що ж, дякую вам дуже за те, що ви долучилися до сьогоднішнього стріму. Це, нагадую, друзі, був Роман Світан. Проговорили ми і про ракети, і про ізоляцію Донецьку, Катівню, і про ситуацію на фронті. Поставте на сам кінець перегляду цього відео в Ютубі свої вподобайки до нього. Ну і продовжуйте бути з нами із Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньов. На все добре і до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.